Добрый день, дорогие друзья, с вами Мороз Алексей, компания «Крупмонтаж». Я приехал на наш объект, который в производстве, который мы исполняем под ключ мансардную кровлю из черепицы цементно-песчаной, который находится по Киевскому шоссе. Вот сейчас вам покажу фасад. Он сделан из кирпича пустотелого, значит, из чернового кирпича. Наша задача вот установить стропильную систему с перекрытиями. Ну, перекрытие будет за счет ригелей. Сделать пирог, утепление 250 и черепица цементно-песчаная. Я приехал на моменте с инспекцией проверить установку стропильной системы. У нас сегодня в этот день назначена приемка по стропильной системе. В принципе, я здесь. Я бываю на своих объектах, как правило, принимаю контрольные точки. Монтаж стропильной системы, качество утепления и потом кровельного материала, то есть финишно. Ну, в данном случае я приехал с инспекцией на проверку стропильной системы, несущей конструкции. Вот. И сделаю вам небольшой обзорчик. Вместе с вами, моими глазами, пройдем, проверим работу моих рабочих. Я думаю, будет интересно вам посмотреть, как движутся дела в нашей компании. Ну вот, в принципе, вот здесь мы разгружаем пиломатериал, который приходит. И вот так ребята через заборы вот в окошко подают пиломатериал доски. Стропила первой категории. Лес, в принципе, нормальный, размеры оригинальные. 200 на 50. Ну что, пройдем вовнутрь, поднимемся, так сказать, наверх. Крыша двускатная. Две индовые на треугольнике на одном скате. То есть двускатная маленькая крыша входит в скат. Ну и еще из трудностей, вот здесь эркер будет, и два конька будет входить в крышу. Здесь такой эркерочек, вот под окошко будет крыша входить. Ну, в принципе, маурлаты мы выдвигаем здесь. Маурлат 150 на 150, на них держатся стропильные балки, вот крайне, потому что по проекту здесь короб объемный, да, под подшивку, под софиты. Так, пойдем внутрь, посмотрим. Сегодня привезли мы Дельту Вент N плюс, это гидроизоляционная мембрана, это Дельта Рефлекс, вот. Ну, это вот скотчи, которые пойдут на примыкание к стенам и на проклейку. Так. А это у нас, как вы думаете, что? А это у нас Дельта Шаубанд. Это Шаубанд, видите, наклеящийся. Это идет про контрабрешетку, чтобы конденсат для страховки, да? В одной упаковке 30 метров. В одной упаковке, и она проклеивается по стропилам, в смысле под контрабрешетку, которая набивается по стропилам. Это все равно, потому что гвозди, которые мы пробиваем гидроизоляцию на контрабрешетке, они как бы гидроизоляцию протыкают, а вот этот шоубанд, он уплотняет нашу гидроизоляцию. Пойдемте наверх. Ну что, посмотрим, как сделано у нас стропила. Междурядье я всегда рекомендую делать 60 по осям от центра, да, то есть междурядье будет 58. Если утеплитель у вас 60 сантиметров и 600 миллиметров, то он в свое посадочное место входит с натягом. Вот, в принципе, видите, здесь стены уже сделаны внутренние, да, по размерам. В принципе, кровля несложная, и ригеля мы
сажали на эти стены, то есть это контур потолка, эти стены являются. Тут, в принципе, ничего сложного. Утепление будет у нас по ригелям, и там холодный треугольник будет, в принципе. Но гидроизоляция натянута до самого конька. Так. Смотрим. Вот. Мурлат посажен на рубероид. Шпильки с шайбами. Видите, какие массивные. И на усиленные уголки ершовые гвозди посадили. Так. Запил. Запил, стропил есть. Так. Запил, стропил есть. Я вот еще клиент, в принципе, это не входит в наши обязанности, но уже видно, что дымоход надо подымать, докладывать. В принципе, попросил наших ребят, они смогут доложить два дымохода, приподнять выше конька. Это мы сделаем. Но это в наши обязанности не входило. Так. Пойдем на самый верх. К коньковому прогону. Вот таким образом сделан коньковый прогон. Видите, стропила все запилены. Еще здесь надо будет раскрепить. Здесь вот на уголки все соединено. Вот. Но в этом части. А, с этой стороны есть уголок. Вот. В принципе, стропильная система выполнена стандартно. По шнурке. Так вот, меня интересует еще. Вот здесь будет две индовые, вот сходятся таким образом. Вот. Здесь поддерживают тоже маленькие ригеля. Здесь будет две индовочки. Здесь будет, насколько я знаю, у клиента детская. И он решил дать дополнительный свет. Ну, вернее, по проекту. Здесь в стене будет окно. Естественно, требовалось архитектурное решение, чтобы, ну, окно было повыше. Вот. Надо было такую сделать, тоже двускатный врез. Вот я стою на этой точке. Вот даже не шелохнется. Супер. Нормально. Нормально. Так, вот сейчас я выглянул из окна. Помните, я показывал снизу, стоял там, смотрел на эркер. Ну, значит, наши ребята сделали на газовой горелке гидроизоляцию. Здесь монолитная плита, в принципе, это фальш-кровля. И здесь будет у нас эркер. Лучи наших балок будут сходиться здесь под окном. Тут тоже такой фальш-кровля из натуральной черепицы будет. Просто как для красоты. Ну, накрыть вот этот выступ, который находится в холле на первом этаже. Вот. Покрыли гидроизоляцией.
пеноплексом еще дополнительно утеплили и вот закрутили маурлаты. Вот уже готово, в принципе, можно кидать стропильные балки. Вот. Наверху уже стропила готовы. Там осталось. И, в принципе, все, стропилка готова. И ребята молодцы. Уху, вон, видите, крыша какая. Старый дом. Клиент строит новый дом на стародачном месте. Видите, это вот, видел, видимо, дом 70-х годов постройки, 60-х, дачный. В принципе, люди еще здесь приезжают на дачу, но вот рядом на фундаменте строят новый дом. В принципе, а тот разрушится временем. Это используемый Синиш Огнио Биопроф. Выезд мой с инспекции по монтажу стропильной системы на нашем объекте закончен. В принципе, состояние качества монтажа стропил считаю удовлетворительным. Ждите выпуска по этому объекту. Я приеду на монтаж утепления, проверить качество утепления и монтаж непосредственно самой черепицы. Итак, с вами была компания Кровмонтаж, Мороз Алексей. Надеюсь, наше видео было полезно для вас, познавательно. Оставайтесь с нами, следите за нашими работами. Обещаю, будет интересно. Не обещаю, будет интересно, а как? Интересно не будет, обещаю. На этом все. Пока.